Успенский РЭС – это более 1700 километров кабельных линий, чуть более 200 воздушных, 8 подстанций, на которых трудится порядка 80 человек, в наличии 7 единиц спецтехники. У нас здесь базируются 6 бригад, там часть из них уже сейчас занимаются повышением надежности в данный момент даже. Вот. Здесь представлена лаборатория, которая занимается кабельными линиями, соответственно, автогидроподъемник, ВКМ, это бурильная установка для установки опор, вот, генератор передвижной, резервный источник электроснабжения. Мастер бригады Максим Нажевников из династии энергетиков. Его дедушка обслуживал подстанцию более 30 лет. Я закончил Московский энергетический институт, вот, поэтому полное высшее образование в данной сфере имею, представляю, с чем работаю, как это все выглядит. То есть сложности как таковой для меня нет. С 19 по 23 год более 1200 СНТ передали электросети на баланс предприятия. Это освободило собственников от затрат, связанных с их капитальным ремонтом и эксплуатацией. Обслуживание и замену оборудования в случае необходимости производит сетевая компания. Когда требуется вывести какой-то участок сети, например, и чтобы абоненты не чувствовали дискомфорт, да, мы, соответственно, подключаем запитываемый генератор и обеспечиваем комфортные условия и при этом выполняем свою работу. Была проведена успешно выполнена программа по повышению надежности электрических сетей 12 населенных пунктов, которые находятся у нас вдоль Рублёво-Успенского шоссе. Вот. Соответственно, более 6 тысяч человек получили эффект. В этом году модернизация продолжится. В планах компании заменить порядка 35 километров воздушных линий с применением самонесущего изолированного провода. Также специалисты обновят около 4 километров кабельных линий, отремонтируют 141 трансформаторную подстанцию. Карина Еряшева, телекомпания «Одинцова».